Здорово. Ну что ж, будем проходить The Casting of Frank Stone. И то я хочу просто проверить, потому что вообще отзывы очень все печально. Типа, это вообще днище какое-то, говорят. Просто параша. Ну, давай увидим, что это вообще на самом деле такое. Бежите мук, но еще можете выжить. Нежно. Ну, я хер знает. Давай. Средняя сложность. Еще сложность в кинцо. Бред какой. У меня почему-то игра с VR включилась. Типа, блядь. Максимально стрёмно. Каждый выбор и каждое действие имеет последствия. Некоторые спасутся, некоторые сдохнут, некоторые приведут к смерти. К смерти. Я вложила все силы в поиски. Силы, о которой мне поведали столетия назад. Неподвластной времени. Всезнающий, прожорливый, сущности, такой близкой к нашему миру, но недоступной. Пока не появился он, Фрэнк Стоун, мой ключ, мой убийца. Опять же, да, не на весь экран. Ёбаные полоски. Что за хуйня с вами, разрабы, блядь? Вы что умеете делать? Делать нормальное, блядь, разрешение. Ваши, блядь, я же добавил полный экран, блядь. Свое разрешение. Какого хуя? Это манечин. Я по маске уже. Билбиндон, блядь. Поиски попрашивая ребенка продолжаются. Так там вообще, судя по звуку, там маленький ребенок. Ты хочешь сказать, что ты еще будешь виснуть? Кино? Мэйл. Все даже сделал мэйл. 1963. Типа охранник? Рядом маньяк? Oh.
Сэм. Полагаю, ты здесь ночной сторож? Ага. Ты один? На всю эту площадь? Нет. Есть помощник. И где он сейчас? На смене? Типа того. Мерлин ходит, где ему вздумается. Мерлин? Мой пес. Доберман Пинчер. Лучше друга и не сыскать. Верный просто до гробовой доски. Чего-то ему верю больше, чем себе. Ты пиздишь, он верит не тебе. Я хочу задать пару вопросов. К твоим услугам. Твое имя? Томас Джефферсон Холт. Можно Том. Сержант Сэм Грин. Том, я хочу поговорить о... Я знаю. О пропавшем мальчике? Именно. Думаешь, он может быть здесь? Завод довольно большой. Самый большой в Сидер Хиллз. Вот бы еще толк от этого был. Здесь все под контролем, знаешь ли. Мы с Мерлином несем дозор. Ты уверен? Большая территория для одного тебя и собаки. Так точно, дело важное. Но что, как небольшой объем труда, заставляет быть начеку и готовым к действию? Да ты бухаешь, блядь. Ты пил, Том? Пару капель на ночь. То есть, я понимаю, ты решил вздремнуть? Угу, блядь. Вошло в привычку? Привычку? Да ну нет. Я бы скорее лекарство, только ебаный. При необходимости. Угу. И как часто? Каждый день. За этим пришел? Поиздеваться над ветераном и раскритиковать его лечение? Нет. Я здесь из-за пропавшего мальчика. И каждая минута промедления может дорого стоить. Тут ты его не найдешь. Если б пацан был на территории завода, я бы нутром чуял. Да ты ж, блядь. Жестко давай с ним. Откуда ты знаешь? Что, третий глаз открылся от твоих лекарств? А это перебор! Прости, сержант, я хочу помочь, но я уже все рассказал. Что ты рассказал-то, блядь? Можешь осмотреть здесь каждый камень. Спасибо. Да действительно, без твоего разрешения офицер полиции, блядь, не может осмотреть. Да. Ведутся поиски ребенка. Как служить? А ты жопу тоже не хочешь подорвать и сходить посмотреть хотя бы? Фонарик, блядь, в лицо не свети, в жопу уселся. О, бля, вот серьезно? Типа, на эту игру надо 40-90, чтобы она не подлагивала. Конечно. Стандартная. Ладно, хорошо. Угу. Опять же, я играю в пиратку, ебал я в рот тратить такие сейчас деньги, которые типа, блядь, разрабы запрашивают. Игры сейчас того не стоят, типа, блядь. Если раньше там... Можно было дать за хорошую игру там 2000, да? Но последний раз я вот потратился, что это брал, Helldivers, да? Как
штуку за 4500 я взял. Она того не стоит вообще ни разу. И... Ну, почему это? Опять-таки хуйню собирать, которая нахуй вообще не имеет никакой... ценности. Вот, единственное, что, типа, в Dark Pictures там было прикольно эти собирать, ну, типа, видеть, что будет. Типа, девушка как бы готовила к тому, что может произойти. А тут вообще нихуя. Окно открыто. Можно внутрь пролезть. Давай. Полезли. Блять, серьезно, а чё ты так лагаешь-то, ёбаный ты в рот? Ебать, мне что? Тише едешь. Оно все равно так же работает, погано. Ебать. Потрясающе, блять, просто. А, она еще мне почему-то VR-то включила, типа, блять. Не понимаю почему. Отключаю VR и отключается игра. Типа, либо тот, кто кряку как-то делал. Типа, хотя нет, знаете, у меня даже есть лицензионные игры, которые я включаю, и они зачем-то запускают VR. Типа, блять, хотя в них нету поддержки VR. Это максимально странно. Так, что здесь? Я, честно, не хочу все это говно читать. Потому что который был этот Devil in Me, да, игра. Там было как-то это. Ну, типа вообще, чё к чему было? Куча надписей, как обычно в ужастиках. Но. Там у них ничего не раскрывался, ни лор, вообще ничего. Только единственное, где вот эти записи мне помогло это в этом. Где на корабле? Потому что я там прочитал, сразу Эй! Понял, что там химикат. Есть кто? То есть там все, что происходит, это глюки. Даже не знаю, ну если по вселенной тут мистика. Ну ладно, лампочка. Кто здесь? Да собака это лазит. А ты ничего, что ты один вообще сюда, без подкрепления, блядь, поехал? Типа, блядь, ты на этого, да, наорал, что типа... Ну и вонь. Ты, типа, блядь, небольшая ли территория для него одного? И попиздил тоже в одного, блядь. Эй, Грин! Для тебя сержант Грин. Урод. Конечно. Ты случайно не видел Мерлин?
Не. Да прости. Шеборши. Порядок? Не. Да, просто. Боже, ты не чувствуешь эту вонь? Обоняние давно отказало. Довелось лично познакомиться и подружиться с горчичным газом, сидя в окопах. Это своего рода даже дар. Надо выяснить, откуда идет запах. А чем пахнет? Не цветами. А тебя не смутило, что он жрал, блядь? Хотел бы я вас представить друг другу, как полагается. Черт побери. Че это? Это ты для него достал? Нет. Похоже, кое-кто нашел путь к сердцу твоего песика. Через желудок. Быть не может. Мы с Мерлином команда. Кто стал бы лезть между человеком и его другом? Это что? Сосиски, что ли? Какие сосиски? Там вон пальцы вроде бы. Ухо, видишь? Ухо. Вы только гляньте. Вот же псина. Это не того мальчика, которого ты ищешь? Нет. Тут явно кто-то постарше. Подросток, скорее. Час от часу не легче. Тебе известно о других пропавших жителях Сидерхиллз? Я не знаю, как такое можно узнать. Но кто-то в курсе. Был за звук. Держись сзади. Так. А это что такое? Решетка? Да. Для чего она? Ну, для печи, наверное. То есть ты не знаешь? Эй, я работаю при заводе, а не на. Ёбаный ты придурок. Опа. Батя налагает.
Назад. Ладно. Возьми. В машине рация. Свяжись с участком. Куда ты собрался? Ты правда думаешь, что мальчик внизу? Я не уверен. Но нутром чую что-то нехорошее. Эй. И вот это еще тоже возьми. Обязательно передай шерифу. Боже, я не знаю. Хряпнуть бы чего-нибудь бодрящего прямо сейчас. Ага, ты уже нахряпался. Лучше бы тебе быть в ясном уме. И что в нем хорошего? Я серьезно. Мы не знаем, что там. Еще один повод взяться за жидкий щит. Послушай, если быть беде, она случится, выпьешь ты или нет. Так что можешь встретить опасность как мужчина, или как законченный алкаш. Как по мне, выбор очень прост. Эй! Я надеюсь на тебя, Том Холд. Нахуярится да еще. Ой, блядь. Да ты... На ступеньку шагнешь, все, пошагал, блядь. Наверное, сюда. А там-то да что? Наверное, нихуя. А, ну да. Это же был тупик. Здесь я упал. А, ну все верно. Ты заблудился что-то в трех соснах. Кости, блядь.
Меня сейчас тошнит. Чем дальше, тем подозрительнее. Чёртовы щели. Так, ну не туда, это понятно. Да, блядь. Боже мой. Это он смазкивает. А что ты лагаешь-то? А вообще все лагает. Вся запись лагает. Ух мой. Само пекло. Сейчас, наверное, нас ёбнут. Да господи. Так. Рампа, лестница. Пойдем по лестнице. Дед какой, сопли сильный. Стой! Что, не получилось, что ли, мне ебать? Thank you.
ребенка. За дура. Все хорошо, все хорошо. Ладно. Спамер опять. Но это, конечно, типа, блядь, хуйня какая-то. Мам. 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 Давай еще раз. Какого? Че за? Блять, ты долго так будешь? Происходит на телефоне, а не в этой игре. Пока она не очень там меня впечатляет, честно так говоря. Это удерживает, удерживает, а чё? Просто кнопочку нажать уже не судьба. Всегда во всех играх надо уже удерживать, блять. Телек, блядь. А как он будет работать-то? Сейчас по-любому включится. Включить. Включить. Давай каналы как-то пощелкаем. Такая встала тебе, посмотрела. Мам, ты чего? Я тут. Все в порядке. Он смеется. Мам! Ну, в курсе там крики какие-то. А чё опять залагивает?
Ёбаная игра. А чё самолет такой пустой? Самолет пустой. Че, она одна в самолете летит? Типа, блять, целый рейс ради нее одной, что ли? Типа, блять. Они вот песни всегда охрененно подбирают. Мне нравится, как они, типа, атмосфера. И на этом все. Особенно так Пиктерс мне нравится, когда в начале это смотрю. Ты справишься, Мэдди. Будь внимательна и держись курса. Ну, то есть знаков. Следуй за знаком. Что, автостопщица? Остановимся. Игра столько дерьмовая, что, блин. Привет. Буду делать так, чтобы хоть какой-то было. Вас подвести? Пробило колесо. О, вы американка? Да. И я. Ладно. Ну так что, подвезете меня? Конечно. Да, садитесь. Мне к поместью Герант. Оно дальше по дороге. Ха, странно, я так-то тоже туда еду. Нахуй. Значит, нам по пути. Я подстерился-то, ебать. Да, верно. Да, блядь. Да ну нахуй, маньячка какая-то, стопудово. Чему это, блядь? Какая-то, блядь, вообще анимация ёбнутая, блядь. В предыдущих своих играх. Вот лично вот, мне нравится про корабль и дом прах. Значит, нам обеим по пути? Удивительно. Да уж. Хотя, честно говоря, чего удивляться, мы ведь уже довольно близко, а дорога вроде без развилок и поворотов. Так, вы сказали, вы едете в поместье Герант по делу, или... Я молчала. А? Вы откуда? А? Где вы живете? В Париже. Живу в Париже. Сейчас. До этого была в Амстердаме, Дублине, Милане, Лос-Анджелесе и в Орегоне. Очень давно. Круто! Кстати, моя мама из Орегона. Ну, одна из них. Слышала, там весьма неплохо. Поездочка, да. То есть, что это, конечно, та еще дыра, но такая уютная дыра. Я там, правда, не была, так что сама без понятия. Я из Нью-Йорка. Выросла там. Никуда и не выезжала толком, пока не поступила в колледж. Здесь, в Англии? А, нет, в Берлине училась. Кстати, я Мэдди. Линда. Давай на ты, Мэдди. А, хорошо. Сначала казалось, что ты вот-вот меня оглушишь. А, прости. Ну так, и чем же ты занимаешься, что надо колесить по свету? Я кинорежиссер. Много путешествую в поисках мест для съемок. Езжу на всякие фестивали. Ух ты! Я слышала, в кино не просто попасть. Попасть легко. Тяжело удержаться. Пришлось убрать пару коллег, да? Ну, мне и правда пришлось усердно трудиться, но
Я солгу, если скажу, что совсем никакой удачи в моей карьере не было. Да ну. Не только лишь удача делает из людей успешных режиссеров. Она самая. Я никогда не мечтала быть той, кем я стала. Ну-ну. Тогда не так уж и плохо не иметь устремлений. Что с ней происходит? Ты колдоебец? Что с ней, блядь? Господи, дура ты конченая. Эй, взгляни-ка. Она старая, почему у нее голос молодой, блядь? Господи. Что, не могли озвучку подобрать? А вот и золотая жила. Что-то английская осталась. Золотая жила. При чем здесь золотая жила, блядь? Дом тьмы, блядь. В доме тьмы. А, это уже вторая глава пошла. Ебать, как она лагает. Местечко, конечно, слишком... мрачное. Я хотела сказать, что оно как в ужастиках. Точно. Че у него за акцент такой? Так что, мы стучимся или... Не знаю. О, я... Звонок! Может, никого нет? Ну, может, я приехала точно ко времени. Озвучки закончились. И я. Эй! Есть кто дома? Нахуй так ее ебло попен. Эй, есть кто дома? Житейская мудрость. Дергай все двери. Иди сама передерни. Думаешь? Блядь. Ну, нас же ждут, верно? Что ж такое? Что ж такое? Просто войдем? Жож мы просто войдем. А почему ты меня спрашиваешь? Надо. Ну, нам. Ты же взрослая. Как и ты, Мэдди. Ты старая, нахтезал. Ты тогда старая, давай иди. Пойдем внутрь. Как и ты, тупая. Что блядь. Ли? Что ли? Ладно, я сделал сейчас паузу. Все, на этом первая глава пусть будет заканчиваться, да? Типа, окей, все, до свидули.